Thank you, honorable delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great pleasure that we have now concluded the eighth session. I will now request the excellencies to proceed towards making a statement to the press on behalf of the government of the Russian Federation and the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Проведение восьмого заседания МПК. И сейчас приглашаю глав делегаций к проведению пресс-подхода. नाज़रीन आपको बताते चले पाकिस्तान रूस पे उससे सस्ता तेल और एलएनजी खरीदने का ये मिशन है रूसी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है पहले रोज़ माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात हुए दूसरे रोज़ वज़ारती सतह पर मुज़ाकरात जबकि आज मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी रोज़ है मुख्तलिफ माहदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे मनाजिर आपके सामने हैं दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने की तकरीब का अहतमाम किया गया है रूसी वफ़द भी मौजूद है और पाकिस्तानी आला हुकाम भी वहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए जाएंगे कस्टम अमूर से मुतालिक पाक रूस तावन बढ़ाने के लिए माहदा होगा दोनों मुल्कों के दरमियान कस्टम से मुतालिक डेटा शेयरिंग का भी माहदा होगा माहदों पर दस्तखत करने की ये तकरीब है रूसी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और मुख्तलिफ पर दस्तखत किए जाने हैं मनाजिर आपके सामने हैं रूस से सस्ता तेल और एलएनजी खरीदने का ये मिशन है और रूसी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому научно-техническому сотрудничеству состоялось 18-20 января 2023 года в городе Исламабаде. Его возглавили господин Аяз Садик, федеральный министр экономики Пакистана и министр энергетики Российской Федерации. На сессии также присутствовали делегаты высокого уровня, в том числе министры и официальные лица с обеих сторон. Работая под четким руководством его происходительства господина Шахбаза Шарифа, премьер-министра Исламской Республики Пакистан и господина Владимира Путина, президента Российской Федерации, обе стороны воспользовались случаем, чтобы подтвердить свою приверженность прочным и всеобъемлющим экономическим отношениям. Они подтвердили, что такие отношения способствуют экономическому благополучию двух стран, а также всего региона. Обе стороны исходили из обсуждения и решения седьмого заседания межправительственной комиссии в целях проработки их реализации, а также изучали дополнительные направления сотрудничества. Стороны договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, связи и транспорта, высшего образования, промышленности, железных дорог, финансово-банковского сектора, таможни, сельского хозяйства, науки и техники, информационных технологий. Обе стороны отметили положительные перспективы реализуемых и конкретных проектов в вышеуказанных отраслях экономики, обладающих огромным потенциалом социально-экономического развития обеих стран. Комиссия согласилась с тем, что соответствующие министерства и ведомства обеих сторон будут активно следить за тем, чтобы использовать этот потенциал для общего процветания. Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях поставки российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года. Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики, расширять торговлю энергоресурсами и расширять инвестиции в энергетическую инфраструктуру на основе стратегических и благоприятных коммерческих условий. Обе стороны договорились о работе над комплексным планом для энергетического сотрудничества, который должен стать основой для будущей работы и должен быть согласован в 2023 году. Обе стороны согласились, что проект газопровода «Пакистанский поток» следует рассматривать с точки зрения комплексной инфраструктуры, которая экономически выгодна для устойчивого развития газовой инфраструктуры, обеспечивающей доступные поставки газа.
российская сторона была приглашена к участию в перспективных проектах федерального и провинциального правительств Пакистана, в том числе в режиме государственно-частного партнерства. И обратилась к представителям российского бизнеса с просьбой изучить эти возможности. Обе стороны достигли договоренности по вопросам, связанным с обменом информацией о сертификатах происхождения товара с использованием системы электронной проверки и приложат усилия к завершению работы над вышеупомянутыми протоколами до конца мая 2023 года. Стороны договорились назначить контактных лиц от обеих сторон для расширения взаимного сотрудничества и обсуждения вопросов, касающихся связи и логистики Центральной и Южной Азии. Стороны также договорились принять необходимые меры для расширения двухстороннего сотрудничества в области науки, технологий высшего образования, особенно академических связей, совместных и результативных исследований, обучения, а также повышения интереса пакистанских граждан к образованию в Российской Федерации. Стороны также обсудили альтернативные способы ведения бизнеса, в том числе посредством бартера, и договорились дополнительно изучить этот вопрос. В контексте стремления обеих сторон содействовать региональной интеграции и евразийской связанности, обе стороны договорились обмениваться информацией для развития и улучшения железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. В ходе заседания также были подписаны следующие документы. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Второе. Протокол между Федеральной таможенной службой Российской Федерации и таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан. Третье. Рабочее соглашение по летной годности между Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации и ведомством гражданской авиации Исламской Республики Пакистан. Спасибо за внимание. Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим. I'm going to read out the joint statement of the 8th session of Pakistan-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation. But apart from these, there are others also which are in the process of being signed in the next few. So I will read out the statement as read by my honorable colleague, Excellency Shulaganov. So this is the exact statement that was stated in Russian language. The 8th session of the Pakistan-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation was held on January 18th to 20th, 2023 in Islamabad. It was led by Excellency Mr. Nikolai Shurganov, Minister for Energy for the Russian Federation, and myself, looking after the Ministry of Economic Affairs of Pakistan. Senior level delegates, including ministers and officials from both sides, also attended the session. Working under the express guidance of His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and His Excellency Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, both sides took the opportunity to reaffirm their commitment to a strong and comprehensive economic relationship. They reiterated that such a relationship contributes to the economic well-being of the two countries as well as the region. Both sides proceeded from the discussion and decision of the 7th IGC and carried the process forward, as well as explored additional avenues of cooperation. Both sides agreed to further strengthen and enhance collaboration in the field of trade, investment, energy, communication and transport, higher education, industry, railways, finance, banking sector, custom, agriculture, science and technology, and information technology. Both sides observed and noted positive prospects for implementable and concrete projects in above mentioned sector of economy with a huge potential for the socio-economic development of both countries.
The Commission agreed that the relevant ministries and departments from both sides will rigorously follow up to exploit this potential for common prosperity. Both sides agreed that after consensus on the technical specification received, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023. Both sides have agreed to strengthen energy cooperation, enhance energy trade and broaden energy infrastructure investment based on strategic and favorable commercial terms. Both sides have agreed to work on a comprehensive plan for energy cooperation, which would form the foundation for future work and is to be finalized in 2023. Both sides have agreed that Pakistan's stream gas pipeline project should be considered in terms of comprehensive infrastructure, which is economically viable for sustainable gas infrastructure development, ensuring affordable gas supplies. Russian side was invited towards potential projects of the federal and provincial governments of Pakistan, including in PPP mode, and requested the Russian businessmen to explore this possibility. Both sides have resolved the pending issues relating to exchange of information on certificates of origin of goods with the use of electronic verification system and shall endeavor to finalize the above mentioned protocols by the end of May 2023. The sides agreed to nominate focal persons from both sides in order to enhance mutual cooperation and thus discuss issues concerning connectivity and logistics in Central and South Asia. The sides also agreed to take necessary measures to increase bilateral cooperation in science, technology and higher education, especially academic linkages, collaborative and impactful research, training and development and learning and enhanced interest of Pakistani citizens in education in the Russian Federation. The two sides also discussed innovative ways of doing business, including through barter, and agreed to explore the option further. In the context of the desire, both parties to promote regional integration, Eurasian connectivity, the two sides agreed to share information towards developing and improving rail and road infrastructure. Thank you. اسلام آباد میں پاکستان اور روس کے درمیان دستاویزات پر دستخط کرنے کی تقریب آپ نے ملاحظہ کی، اور پاکستان اور روس کے درمیان کسٹم امور سے متعلق پاک روس تعاون بڑھانے کا معاہدہ ہوا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان کسٹم سے متعلق ڈیٹا شیئرنگ کا معاہدہ ہوا، کسٹم سے متعلق امور پر دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور پاک روس بین الحکومتی کمیشن اجلاس کا آج تیسرا اور آخری روز ہے اور دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں۔ Excellency, this is me, Anwarul Hassan from State Broadcaster, Pakistan Television. Sir, on your left. I hope you can see me now. Sir, we welcome you to Pakistan. This is me, Anwarul Hassan from State Broadcaster, Pakistan Television News. Sir, Pakistan has approached Russia for import of oil on discounted price and LNG. Can you tell us what are the prospects of that deal, as our neighbor India is already receiving this facility? Пакистанское телевидение задает вопрос. Мы знаем, что вы обсуждали вопрос импорта нефти и СПГ, экспорта нефти и СПГ в Пакистан. Каковы перспективы заключения такого соглашения, учитывая, что Индия уже получает данные ресурсы? Что касается поставок нефти, сырой нефти и в будущем нефтепродуктов, то мы концептуально договорились о разработке и подписании соглашения, которое определит и решит все вопросы логистики, страхования, оплаты, объемов. И, как вы слышали в заявлении, мы определили срок подготовки такого соглашения. Это март месяц. Поэтому в нем будут определены в том числе объемы и все те вопросы, которые связаны с нашими договоренностями о поставках. Что касается СПГ, то мы обсуждали такие вопросы, учитывая, что
СПГ сегодня в основном поставляется по долгосрочным контрактам, и объемы срочных контрактов на споте очень небольшие. Но мы считаем, что уже нужно сегодня вести переговоры по пакистанской стороне с нашими двумя ведущими компаниями «Газпром» и «Новотек» о поставке СПГ из их ресурсов, начиная уже с конца 2023 года и далее по мере появления новых объемов в этих компаниях. On crude oil and future supply of oil products, we have already decided to draft an agreement to sort out all the issues that we have with regards to transportation, insurance, payment and volumes. And we have already established a timeline of this agreement in our joint statement. This is late March. As for the LNG supply, the LNG volumes in Russia are mostly committed to long-term contracts, and so the spot market capacity is really small. But nevertheless, we decided that it would be a good idea for Pakistan to approach Gazprom and Novatek, two largest LNG producing companies, in late 2023 to discuss the conditions when they have spare capacities. Вопрос от российских журналистов. Дмитрий Марокко, телеканал «Россия-24», пакистанской стороне, пожалуйста. Господин Садик, скажите, пожалуйста, каковы перспективы реализации проекта «Пакистанский поток», о чем уже удалось договориться, и остались ли какие-то препятствия на пути проекта? Спасибо. Your Excellency Minister Sadiq, my question is on the Pakistan Stream project. Have you managed to agree on something, and are there any obstacles in the way of the agreement? It is under discussion. In fact, the Minister for Energy in Pakistan has proposed a holistic approach to it, starting from the supply of gas, till the pipeline, till the distribution, till the end consumer also. So it is under discussion. We are trying to sort out the issues. На данный момент мы обсуждаем этот вопрос. Министр энергетики заявил в ходе своего визита в Пакистан, что рассматривается осуществление комплексного плана не только поставок газа, но еще и развитие соответствующей инфраструктуры. Мы работаем над этим. My question is, now that you have discussed oil and gas trade, what are the institutional and practical arrangements in place for insurance, financial instruments, and transportation of oil and gas, not only oil and gas, but other trade deals as well? Мы уже обсудили вопросы, связанные с нефтью и газом. А что касается других сфер сотрудничества, были ли достигнуты практические договоренности в области страхования транспортных и финансовых инструментов, применительно к другим источникам энергии? Поставки нефти и нефтепродуктов, и то соглашение, о котором я говорю, конечно, предполагает достижение договоренности в области страхования, оплаты и, значит, транспорта. Эти вопросы находятся уже в финальной стадии договоренности, и я думаю, что мы, значит, есть понимание, что в какие сроки мы можем договориться. И есть самое главное стремление пакистанской стороны, значит, оказывать содействие, и правительство Пакистана оказывает содействие в этих договоренностях. As for the supply of the oil and oil products, the agreement that I have mentioned answering the previous question also covers the issues of insurance, payment, and transportation. And now we are in the final stage of agreeing these issues, and we have already set a clear timeline. And what's also important, the government of Pakistan is facilitating these talks. Вопрос пакистанской стороне. В соглашении, которое, ну, в совместном заявлении, которое мы сейчас услышали, звучала фраза про нефть и звучала фраза про газ.
Нефтепродукты как-то не вошли в текст этого документа. Хотелось бы узнать, по-прежнему ли интересуется пакистанская сторона поставками нефтепродуктов из России, какими именно и в каком объеме. Если можно еще раскрыть данные, каким объемом нефти и газа вы интересуетесь. Спасибо. Question to His Excellency Minister Sadiq. In your joint statement, you mentioned oil and gas supply, but you haven't mentioned oil products supply. Are you still interested in importing oil products from Russia? And could you please tell us about the volumes of oil products that you would like to import, as well as on the volumes of oil and gas? Thank you. Excellency wants to answer this. Please go ahead. Сознательно не упомянули нефтепродукты, потому что нужно дождаться 5 февраля определения прайс кэпа, и тогда уже дополнить то соглашение, которое мы разрабатываем, вопросами, связанные и с поставками нефтепродуктов. Объемы мы сегодня не называем, так же, как и цены, потому что это речь идет о коммерческих переговорах. Excellency. Это я вмешался. Excellency.